Всем привет! В этот раз Зефир Вячеславович завел меня в один из самых старых городов полуострова – Бахчисарай. Этот небольшой городишко расположен в горном Крыму и пропитан духом средневековья. В свое время его населяли практически все народности полуострова. И до сих пор, даже спустя много веков, узенькие, но невероятно красивые улочки Бахчисарая сохранили восточную планировку. Я уверена, что с таким прошлым Бахчисарай хранит в себе массу таинств и историй, которые мне уже не терпится разгадать. Вот только чтобы найти первое место, мне кажется, придется очень долго и долго искать, потому что, честно признаться, я понятия не имею, где находится. Похоже, что это кладбище, но только где оно находится, я не знаю. Что ж, будем искать, да, Зефир? Бахчисарай. Заблудилась я в Бахчисарае. Зефир, ты узнаешь дорогу? Я нет. О, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, а это Зефир. Мы путешествуем по Бахчисараю и ищем какие-нибудь заброшенные места, ну, малоизвестные. Я слышала, тут часовня где-то неподалеку есть. Вы знаете, да, где? Есть впереди. Могу даже показать. Пойдемте, покажите. Она здесь, я как понимаю, недалеко, да, находится? Недалеко, да, метров 200-300. Угу. А по дороге есть какие-нибудь интересные объекты? А вот, кстати, фонтан. Фонтан? Где фонтан? Правда, там вода не течет, посвященный столетию окончания Бородинской войны. Это фонтан? Да. Я бы подумала, что это стена. Ну, потому что вода не течет, поэтому он мало заметен. Вообще ничего не видно. О том, что это фонтан, говорит только вот кран. А тут даже надпись есть. Фонтан. Бородинскому сражению, вы говорите, посвящен? Вот сооружен, надпись, правда, стерта. Вот. Видно только фонтан, причем основная часть на старорусском написано. К сожалению, испорчена вот этой штукатуркой. А это замазано, да, сверху? Замазано, было? Да. Здесь крест, наверное, был, да? Вот крест, да, и здесь, видимо, какая-то надпись была. А вода должна была течь постоянно, да? По трубам, да. А много вообще фонтанов в Бахчисарае, вот старых, неработающих? Много. А вода почему перестала течь? Тут давление или трубы испорчены? Нет, это, видимо, ручей. А, то есть это вода именно вот из ручьев, да, чистая? Да, где-то засоренная, видимо, кто-то или перерезал, или... Да, вот действительно, пройдешь, не заметишь, что это фонтан. Пока вот мне не указали, ну, стена стеной. Все-таки вот этим и отличается Бахчисарай. Постройки такие, они как-то вот вливаются в обыденную жизнь. А, очень красиво. О, а это что? А здесь у нас кладбище, посвященное воинам, сражавшимся в Крымской войне. То есть они здесь похоронены, да? Да, похоронены. Со времен. Все было ограждено. О, тут табличка даже есть. Государственный культурно-исторический комплекс объектов периода Крымской войны. Да, действительно. Братская могила русских воинов. Это есть часовня. Вот Архангела Михаила находится в конце этого кладбища. То есть мы можем пройти прямо на часовню сквозь кладбище. Да, и это вы увидите часовню. Выхожу один я на дорогу сквозь туман. Это есть часовня, угу. Более 2000 человек
захоронена, где посвященная 40-летию обороны Севастополя. То есть там братская могила, я как понимаю, да? 2000 человек в одной могиле. А кто ее построил? Она... Ее построили по инициативе местных жителей. То есть неравнодушные жители Бахчисарая, да? Построено в 1895 году. Здесь такое место, вот мы как только зашли на территорию кладбища, и ты попадаешь вот как будто в другой мир. Может, из-за того, что это кладбище очень старое, но такая атмосфера вот очень тихая. Я никогда бы не нашла эту часовню без вас, честно признаться, потому что, ну, она настолько окружена вот кустами, горы с разных сторон, и вот оно как замкнутое пространство здесь получается. Очень интересно, вот даже крыша часовни, она полностью каменная, вот как будто вот целый кусок камня, она как летая смотрится. Официально вход в часовню закрыт, но нам любезно предоставили такую возможность посмотреть, что же внутри. Я думаю, даже когда солнце садится через эти окна, вот сейчас солнце немного в другой позиции, но оно попадает сюда, и здесь, наверное, даже лучи появляются солнца. Ну что, Зефирка, неожиданно для себя мы нашли очень интересное место. Ты согласен? Я думаю, оно стоит того, чтобы запечатлеть себя на фоне и оставить на память фото. Местные жители рассказали мне о некой художнице Елене Нагаевской, которая в свое время жила и творила в Бахчисарае. После ее смерти все ее работы поместили в музей. Туда мы, видимо, и направляемся. Да, Зефир? Между прочим, Елена Нагаевская была ученицей самого Александра Куприна. В 1937 году она переехала работать в Бахчисарай. И здесь она создала целую серию картин, которые вошли в цикл «Бахчисарай и его окрестности». А вот, между прочим, и вход в сам музей. Этот дом Нагаевская купила в 1955 году после смерти мужа. И мне очень сложно представить, что в Бахчисарае есть такие дома-музеи, которые хранят в себе историю города и времени. Зефирка, спасибо за наводку. О. Сейчас мы находимся в одной из комнат, где в свое время жила, а возможно даже здесь работала сама Елена Нагаевская. Здесь всего несколько картин, которые нарисовала в свое время художница. Вот, например, вот это сразу видно Бахчисарай. Планировка, дома, все в восточном стиле. Очень красиво, очень необычно. И, если я не ошибаюсь, это масляные краски. Зефир, мне кажется, это та самая картина. По крайней мере, очень похожа. Ландшафт, ну, видно, Бахчисарай. Зефир, правда, очень такие странные ощущения, ведь это не просто музей, это еще и жилой дом. Здесь столько этажей и очень много комнат, да, Зефирка? Надо осмотреть все. Это любимое кресло художницы. В нем она любила посидеть вечерами и просто отдохнуть. Вот, кстати, ее автопортрет. И вообще, такое ощущение, что художница никогда и не покидала стены этого дома, потому что вся обстановка осталась такой, какой она была еще при жизни художницы. Ну что ж, это идеальное место для фото. Книги о художнице, картины. Все это создает здесь особую атмосферу. Ну, поэтому неудивительно, что основными посетителями этого музея являются именно художники. Между прочим, мне с Зефиром удалось познакомиться с одной из художниц, которая приехала сюда на отдых, а возможно и на творчество. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, откуда вы приехали? Я приехала из Москвы, вот сюда специально писать этюды, Бахчисарай. Вы здесь уже второй день. А что-то уже захотелось вот первое нарисовать? Вот пришла какая-нибудь идея? Может, это здание, а может, это природа? Вот что больше вам? Ну, здесь вот как раз вот архитектура в природе – это вот самый интересный мотив, который может быть. И, ну, для меня, во всяком случае, для пейзажиста. И здесь архитектура, вот местная архитектура, она очень органично вписывается в пейзаж. И они друг друга дополняют. В том числе и дом, музей, где атмосфера, вот вы правильно сказали, как будто бы его и не покидал художник. И здесь атмосфера творческая, наработанная атмосфера. Это сразу чувствуется, когда сюда входишь. А откуда вы услышали об этом музее? Ну, во-первых, я знала давно про этот музей и про вообще Бахчисарай, хотя
тут фактически впервые. Вот. Но мне порекомендовал очень мой замечательный коллега, замечательный художник Андрей Дмитриевич Мочальский, который сюда ежегодно приезжает на этюды. И он сказал, что тут вообще красивее места нет, поезжай, ты не пожалеешь. И я, конечно, потрясена, хотя я тут второй день еще не начала работать, но я потрясена красотой, невероятной совершенно этих мест. И я, конечно, очень рада, что приехала, и жалею, что я не приехала сюда раньше. Ну, все-таки остановились в таком известном доме, который и дом, и музей. Как ощущения? Вот есть что-то такое особенное в нем? Ну, конечно, есть. Вот я уже повторюсь, что здесь вот сразу чувствуется творческая атмосфера. Здесь вот она, дух такой есть, что вот сразу хочется работать. А вы давно рисуете? Ну, всю жизнь. Ну что ж, творческих вам успехов. Спасибо. Музей находится на окраине Бахчисарая с прекрасным видом на горы недалеко от Ханского дворца. Сам же музей расположен в старом саманном доме, который был построен еще в 30-е годы 20 века, а непосредственно музей основан в 95-м году. Так, а это у нас что? Новое задание? Интересно, где? Зефир, что ж ты мне на этот раз подготовил? Кажется, это мечеть какая-то мусульманская. Сама не разберусь. Надо спрашивать. Здравствуйте. А вы не знаете, где это место находится? Знаю, вот. Свернете и пройдете прямо. Недалеко, да? Недалеко. Спасибо большое. Исторический район Бахчисарая-Салачик – это место, где до 1532 года располагалась первая столица Крымского ханства. Сейчас это окраина Бахчисарая, и здесь даже просматривается Чувуткале, очень красивые скалы. А в то время здесь строили очень много мусульманских объектов, и один из них – это усыпальница, мавзолей первых крымских ханов. Часть этого невероятно красивого белоснежного здания была построена в далеком 1501 году. Сейчас здесь последним долгим и вечным сном спят 18 представителей ханской династии. Среди них и основатель Крымского ханства Хаджигирей. Красиво, конечно, но ничего не понятно. О, здравствуйте! Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, а это Зефир. Мы путешествуем по Бахчисараю. Расскажите, пожалуйста, вот знаете, что здесь написано? Мне кажется, это или тут орнамент, или это надпись. Что это такое? Так красиво, а ничего не понятно. Ну, здесь написано на арабском языке, что эту гробницу построил хан Менглигирай. Вот. Ну, конечно, надпись это очень пышная. Сама, ну, это, конечно, короткое изложение. То есть с пышными фразами, да? С пышными фразами. А это традиционно было вот так вот описывать с пышными фразами? То есть это всегда восхвалялось или да, что это? Это традиционно для Востока, для мусульманского Востока, для мусульманского Крыма, для крымских ханов. Также Менглигирай именовал себя повелитель двух материков и хакан двух морей. Угу. Скажите, а тела, они внизу захоронены или нет? Или они как-то Этот мавзолей был сооружен на погребальной камере, где захоронены 18 членов династии, ханской династии. А в 1466 году был захоронен основатель Крымского ханства Хаджигирей. А уже в 1502 году Менглигирей соорудил эту гробницу. А Менглигирай, кстати, вот в этом году, 500 лет со дня смерти Менглигирая, в этом году был организован ряд конференций, куда собирались ученые не только России, но и за пределами страны. То есть круглые даты такие получились, да? Очень значимо. Я посмотрела, здесь очень красивое место. А вы можете нас с Зефиром провести? Потому что я здесь первый раз и ничего не знаю. Да, конечно. Пойдемте. А это что за здание? Это Зиддин Медресе. А что это такое?
монастырях. Это более современное название, это Занджилы Медресе, это переводится как Медресе с цепью. Также была практика иллюминовать все заведения, как институт Менглигирая. Угу. Тут точно так же надпись, я смотрю, да, они традиционно над каждыми зданиями, да, историческими такими? Да, часто над историческими зданиями можно встретить надписи, причем, опять же, пышные, как бы характерно для того времени. Ну, здесь говорится, что медресе было построено это 1500 или 1501 год сыном Хаджигирая Менглигирей ханом при безвежной милости и помощи Аллаха. А вот я смотрю цепи, я заметила тут еще над несколькими зданиями. Для чего они были? Специально, вот, да? Тоже есть такое народное предание, что Менглигирай сказал во время открытия этого медресе, что всяк входящий, будь он верховный правитель, либо простой человек, должен перед знаниями наук обязательно преклонить голову. А, красиво. Пойдемте дальше. А что это за здание? Здесь находятся бани. Ну, конечно, бани – это один из пяти обязательных атрибутов любой мусульманской столицы. А много вообще археологов сюда приходят? Интересно ли это место? Ну, конечно, раскопки здесь проводятся периодически. Ну, это место очень известно среди ученых. Ну, здесь регулярно проводятся вот конференции у нас с Занджилами Медресе. Вы так много знаете об этом месте. Вы тоже занимаетесь какими-то раскопками или откуда вы знаете? Нам, потому что с Зефиром просто повезло. Я бы сейчас вместе с ним ходила бы и ничего не понимала. Да, я музейный работник, сотрудник Бухчисарайского историко-культурного заповедника. Угу. Ну, не археолог, но определенное количество времени, несколько месяцев, мне посчастливилось побывать в археологические экспедиции, и как раз мы занимались этими раскопками именно в этом месте. А вот здесь, да, проводились? Здесь во время реставрационных работ в 2006 году, когда реставрировали это Занджилы Медресе, копали яму, чтобы залить туда фундамент и построить навес, то есть во время дождей. Не заливало, да? Чтобы не заливало. И вот когда были раскопаны эти ямы, и вот одна из ценных была обнаружена, найдена монета. Это колодец, да? Да, это колодец. Вот вы можете нацепить на камушек и посмотреть. О, так тут так глубоко. Очень глубокий. Это отсюда набирали воду для бань, да? Отсюда набирали воду. Здесь же находится топка, печь, откуда и также следует отметить, что полы были теплые, то есть горячий воздух, дым пускали под пол, и еще в те времена было такое вот подпольное отопление, были теплые полы. То есть полы с подогревом еще в те далекие времена были придуманы? Да. Это место действительно настоящий памятник архитектуры. Зефирка, очень хорошо, что ты меня сюда привел, потому что такие места надо сохранять для наших потомков. Ну что, делаем фото на память? Так, а это у нас что? Зефир, новое задание? Оказывается, Бахчисарай хранит в себе не только историю Крымского ханства, но и интересные, что ли, религиозно-культурные объекты, а именно Мингир. Пришлось мне, конечно, погуглить в очередной раз, чтобы найти этот камень, но даже с интернетом меня это не спасло. Определилось только по фотографии, на которой изображен Зефир Вячеславович. А сфотографирован он на фоне камня, необычного камня, который так и называется Мингир. Это особое место, особое духовное, не то чтобы религиозное, но астрономически значимое место. Вот, кстати, этот камушек. Зефир, ты молодец, ты меня привел. Всего в Крыму насчитывается несколько мингиров, и этот самый большой. Этот необычный камень расположен между поселком Глубокий Яр и Бахчисарай. Но найти его без провожатого, который точно знает, где он находится, практически невозможно. Камень, вот даже отсюда видно, что он очень старый. Во-первых, это ракушки, отпечатки древних ракушек. Насколько я знаю, раньше и Симферополь, и полуостров частично был под водой находился. И это морские ракушки, которые сейчас превратились просто в небольшие окаменелости и остались как история потомкам. Считается, что Мингир имеет астрономическое значение. Ученые выяснили, что в день
солнцестояния весеннего солнечный луч при восходе солнца попадает в солнечное око особое, которое расположено в противоположном камне. Луч проходит сквозь него и попадает на верхушку этого менгира. Это считалось священным местом, если я не ошибаюсь. До сих пор это место почитается некоторыми людьми. А как доказательство, это такие своеобразные подношения в виде груш, яблок, а там еще помидорчики лежат. Ну, здесь ягоды всякие оставляют люди. А еще, кстати, мы нашли даже браслетик. Может, это чьи-то четки, я не знаю. Учитывая, что этот камень связан с астрологией, возможно, здесь кто-то связывался с космосом. Поэтому мы с Зефиром решили тоже попробовать связаться с космическими людьми. Зефир, ты слышишь? Зона 51 близко? Нет, сегодня, видимо, не тот день. Подожди. Камень потрогай, дурында. Я сюда больше ходить не буду. This is all. Бизи. Бизи. А смотри, она полная. Как это так? Это аномалия. Она полная. Она только что была полностью разряженной. Она мигала, а теперь полная. Место действительно загадочное, поэтому делаем фото на память. Судя по всему, Зефир Вячеславович ведет меня к какому-то очень красивому и необычному православному храму. И я до сих пор не перестаю удивляться, что Бахчисарай такой вроде бы небольшой город, но он хранит в себе историю разных религий и представителей разных национальностей, которые очень легко и гармонично уживаются вместе. И вообще, честно признаться, Бахчисарай всегда посещали самые разнообразные знатные, а то порой и царские вельможи. И зачастую не обделяли вниманием именно представители царских семейств. Эта церковь была построена в честь фамильной иконы царского семейства Романовых, а построили ее спустя 300 лет, как на престол взошел первый император из этого знатного семейства. Я, конечно, высоты очень боюсь, но ради красивого вида стоит немного рискнуть. Здесь низко. Зефир, только тебе, наверное, удобно. Ой. Так, еще лестница. Еще лестница, еще лестница. Все выше и выше. Ох, ничего себе. Вот это вид. Вот это вид. До 2005 года этих колоколов здесь не было, а появились они благодаря пожертвованиям семейства Давыченко, которые живут до сих пор в Бахчисарае, и, я думаю, вся церковь им благодарна. Это такая своеобразная система, рубка даже управления всеми колоколами и перезвонами. Даже вон большой колокол, он соединен по тросу с этим самым местом. То есть можно управлять прямо отсюда в определенные часы и играть разные церковные мелодии. Да, вид, конечно, отсюда просто шикарный. И несмотря на то, что я боюсь высоты, он того стоил. Здесь видны все крыши, дома. И даже кусочек ханского дворца видно. Зефир, ну ты молодец, ты такое место показал. Благодаря тебе я узнала, что здесь замечательная такая церковь находится с прекрасной колокольней.
Заходя в любой храм, сразу хочется говорить полушепотом, потому что тут громче говорить просто не позволяет вера. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, это Зефир. Мы путешествуем по полуострову. Увидели ваш храм. Очень хочется узнать его. Может, есть какая-то особая история? Почему он так назван? Храм был построен в 1913 году на средства известного в то время купца второй гильдии Дмитрия Ильича Пачаджи, который был жителем города Бахчисарая и который отличился своими делами милосердия. Есть исторические свидетельства о том, что на закладке храма, закладка это когда творится молитва в начале строительства храма, присутствовал сам император Николай II. Храм назвал в честь иконы Божией Матери Феодоровской. Эта икона знаменательна тем, что в 1613 году, когда на царский престол был избран 16-летний Михаил Федорович Романов, который положил начало династии Романовых на русском царском престоле, благословила его на царствование инокиня Марфа, его мать родная, именно иконой Божией Матери Феодоровской. Ах, вот какая история. Поэтому Феодоровская икона Божией Матери, она считается как бы покровительницей дома Романовых. Да, место действительно, Зефир, очень интересное и даже, я бы сказала, духовное. Оно стоит того, чтобы приходить сюда и подумать о смысле жизни. Ну что, фоточку на память? Ну что ж, благодаря моему плюшевому спутнику я узнала очень много нового и интересного об одном из самых старых городов полуострова, о Бахчисарае. Например, я узнала, что здесь есть необычный объект, которому даже несколько веков, и он построен специально для связи с космосом. А еще в Бахчисарае уживаются спокойно представители всех народностей полуострова, ведь это и мусульманские храмы, и православные. И все они живут в мире и спокойствии. И вообще здесь еще жили люди, которые запечатлели Бахчисарай на своих полотнах и практически сделали его бессмертным.